В этом видео мы вам покажем новые обалденные мечи в Майнкрафте. Таких мечей вы еще нигде не видели. Мы покажем, как они крафтятся, что они делают. Да там с помощью одного меча даже летать можно. Прямо сейчас приготовься к просмотру. Поставь лайк на этот ролик, это очень важно. Обязательно подпишись на мой канал, без этого вообще никуда. Просто нажми на кнопку подписаться. И прямо сейчас ответьте мне на один вопрос. Газировка или сок? Вот такой вот странный вопрос сегодня. Прямо сейчас напишите ответ свой в комментариях. Мне будет интересно почитать ваше мнение. За что вы проголосовали бы? Ведь газировка это по идее вредно, но так вкусно. Пишем прямо сейчас коммент, а мы начинаем. Газированный сырок. Вы чё отвлекаетесь? Вы меня услышали? Да-да, услышали, все, барыга местный, езжи, давай пока, все сделаем. А это что такое, скажи ко мне, а? Выберите правильную кнопку, чтобы пройти. Тут надо подумать, рили сложно, капец. А ты знаешь что? Точно не это. Да, Леня, думаешь, прям 100% не это. Может это, хз? Ой, Леня, дурак ты шоколадный. Ладно, пойдем, только аккуратно. Погоди, стой. А мы обратно-то не вылезем. Ой, мы дураки с тобой, Леонид Андреевич. И что здесь нам нужно делать? А почву я ломать не могу. Так это режим такой, это правила такие уж увы. Если мы ищем всякие новые мечи, то, извините, нужно работать по правилам. О, а ты что снова здесь, не понял? Ха, это не я. А ты так похож просто на того? На, давай, проходи, не базарь. Блин, странная фигня. Погоди, а что здесь делать-то нужно? Тут есть лошадь, и что? Больше вообще я ничего не... А-а-а, да ну нафиг, а что это за... Топор, меч, погоди, надо лошадь бить, что ли? Не-не-не-не-не, не думаю. Меч может ломать гриб. Топор может ломать дерево. Дерево? А-а-а, я понял, в чем прикол. Погоди-ка. Слушай, барыга, вот так вот, он даст нам книгу и перо за тушеные грибы. Изи. Леонид Андреевич, слушай, крафты пока что какие-то сложноватые, но мы справимся, я думаю, на изи. Так, собираем по грибочку один и другой. Ты что там делаешь, Лень? Все, грибочки есть, сейчас сделаем супчик. Раз, два, три. Все есть. Кушаем, питаемся, подкрепляемся. О, дурной, о, дурной. Так, езжи, на тебе суп. Я забираю у тебя книгу и перо, пожалуйста. Посмотрим, что в ней. 5-3-5-8-1. Похоже на пароль. А куда его вводить можно? А, в эту дверь. Так, Леонид Андреевич, давай, слазь со своей лошадки. 5-3-5-8-1. О, изи. Что это сейчас было? Не понял. Леня, что? Каким образом? Сзади уже другое какое-то испытание. О, пантре, о, пантре, о, пантре. Леня, мне нужны срочно доски. Скидывай, 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 Леня. Сейчас мы сделаем первый меч, наконец-то. Зачем? Там верстак же видно. Где видно верстак? Не понял прикола, где? А, нифига себе, я его даже не заметил. Погоди, ставим вот так. А потом как? Я забыл, Леня, я забыл. Ладно, ничего, сейчас справимся. Вот он. Офигеть! Меч ада. Вау! Ну-ка, Леонид Андреевич! Он поджигает! А если ему ударить? Ой, прости, Леня, я не хотел этого сделать, Леня! Ты здесь, что ли? Все, больше не тестим. Почему не тестим-то? А как мне? Так, ладно, нужно сохранить этот меч. Пускай он у меня лежит здесь. О, еще один барыга. Барыга не местный, ё-моё. Нифига себе, он торгует. А где мы возьмем целый алмазный блок? Погоди-ка, я вижу тут алмазы, но ломать я ничего не могу. Слышь, барыга, может мы тут найдем чего? Не отвечаешь, да? Леонид Андреевич, нужно включать мозги. Что? Ты еще не горишь? Не понял прикола. Мозги включил. А, странно, вылазишь и начинаешь гореть. Чё за фигня, я не понял. Хорошо, нужно все осмотреть, я понял. Нужно осмотреть здесь абсолютно все. Я нашел еще алмазы, и как будто здесь какой-то тайник есть. Но там абсолютно ничего нету, Лёня, вообще бесполезно. Ладно, ты иди ищи там, а я посмотрю. Да ладно, я паркур нашел какой-то. Кирка, 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 кирка может ломать алмазную руду. А, все, нормас. Минус 19, максимальное здоровье. Это как? Не понял при... Ты чё? Го обниматься. Сдурел, что ли? Стоять. Леня, а у меня одно сердце. Смотри, я беру кирку в руку. У меня одно сердце становится. Что за фигня? А, держи. Видал, Лень, вообще, офигеть, как... я в шоке, Леонид Андреевич, представляешь, как... ты чё? Какавка! Так, давай мне кирку срочно, Лень, потому что она мне сейчас... Да ты чё? Она мне сейчас очень сильно пригодится, нужно выкопать все алмазы, и, походу, мне реально все алмазы придется выкопать. А как до него достать? Лень, ты же ползать умеешь, покажи как.
О, нормас пойдет. Ты пока что алмаз доставай, а я пойду другие сломаю. Все, Ленечка вообще пригождается, понимаете? Хороший ассистент стоит дороже алмазов. Вот так вот. А когда-то он был просто моим подписчиком. Просто ставил лайк на каждый видос, и я взял его в ассистенты. Если вдруг кто забыл. Вот так вот, поэтому нужно быть хорошим подписчиком. Так это я еще подписчик, еще лайки ставлю. Как бы, понял, Леня? Ой, я случайно тебе кирку выкинул, дай мне ее, пожалуйста. У меня есть 5 алмазов, нужно еще где-то взять пару штук. Пока что я их не наблюдаю, и что-то мне подсказывает, что они где-то в лаве. Блин, это будет стрёмно, если они там реально. Ну там вроде ничего нет. Шо, Лень, чё, нашел что-то? Погоди, стоп. What the fuck, как я их не заметил? Так, собираем, еще собираем. Ты мне про эти, да, хотел сказать? А, еще что? Да ну нафиг, нифига себе он спрятан. И еще нужен один алмаз, ровно. Где мы могли его упустить? Давайте, ребята, смотрим в оба. Блин, наверное, за это испытание будет супер какой-то обалденный меч. Чё, Лень, тут есть чего? О-о-о-о-о, все, понял. Так, главное достать до него. Давай, алмаз. Леня, ну тут твой выход. Иди пока к верстаку, чё ли. Так, я пойду к верстаку, а чё смысл-то? У меня 8 алмазов. Лень, ты там долго нет. Оп, нормалёк. Смотрите-ка, Ленечка ловкий. Он достанет алмаз из любой ну, в общем, вы поняли, да? Так, давайте. Алмаз есть. И рычаг мы забираем. Все. Ляпота. Так, есть же. Давай, отойди отсюда в сторону. Ну, я рычаг сейчас ставлю. А, погоди. Го его скинем в лаву. Ты что, дурак, что ли? Леня, успокойся. Не надо. Ты лучше рычаг поставь, потому что у меня он не ста. Это что? О, нормас. Вау, да ладно. Погоди, стой, не закрывай дверь. Мне нужно срочно к верстаку. Блин, это что-то будет мощное. Ну-ка. Все. Мне кажется, это будет лучший меч. Стоять. Куда ты пошел, Леня? Ленечка, мне нужно всего лишь чуть-чуть протестировать. Ага. Воу, просто с одного удара. А сколько у него урона? 56. Смотрите еще фишку. Опа! Правой кнопкой мыши, и мы еще и телепортируемся к нашей Ленечке шоколадной заднице. Ладно, пойдемте дальше. О нет, мне это не нравится. Блин, ты зараза, надо было выключить. О, я знаю, как выключать эти ловушки. Ладно, я буду делать это киркой, потому что вроде как киркой не выключается. Но блин, а ты зараза, ты что делаешь-то нафиг? Ладно, нам нужно пройти этот лабиринт. О, сундук, нормас. А что из этого? Леня, мне нужен срочный верстак. Отлично, Леонид Андреевич, сейчас мы выкладываем этот крафт, и мне кажется, это не меч, нифига. Нифига, это меч! А, стоять, Лень. О! И чё? А почему он тебя не убил с первого удара, не понял? Понял? Не, ну чё, хороший меч, в принципе, мне нравится. Я думаю, что для Ленечки как бы в самый раз. Ну а чё? Погодите-ка, что-то я уже запутался немножко в этом лабиринте. Где еще меч? Где еще? Нам нужно принести несколько мечей. У нас их мало пока что. Здесь постоянно эти ловушки. Опа, вижу. Леня, мне нужен срочно еще один верстак. Фу! Я испугался. Давай верстак ставь сюда. А, вот здесь. Выкладываем. Там ботинки какие-то крафтились, вы это видели? А чё я не так делаю? Все понял, принял, опа. Меч Блейза. Ого, Леня, знаю даже, что он будет делать. Поджигаю. А почему он не поджигает? Опять, не надо. В смысле не надо, Леня, я не понимаю этих мечей. Прости, Леонид Андреевич. Но я должен на ком-то тестировать эти мечи. Ты меня пойми уж, пожалуйста, шоколадная жопа. Прости меня, если я тебя вдруг обижу. Я не хочу этого делать. Опа. Чё? Первый меч, второй меч. Так они же одинаковые. Стоп, это же одинаковые слитки. Ну-ка, Лень, поставь верстак. Раз. Ничего не сделалось. А чё, это обманка какая-то? Подождите. О, зато ботинки сделали. Все, смотри, Леня. Опа. Что-то, наверное, это зря было, да? Вот ты, тугудук! Ты что, сдурел? Почему тугудук-то я? Чё, нафига мне эти слитки? Откуда у тебя эти слитки? Чё ты? Зачем ты мне скинул это? Я понял. Это должно было выглядеть вот так. Что? Что это за меч такой? Он, кстати, выпускает 18 фаерболов. Лёня, очень хочу протестировать. Чё, прям 18? Ой! Да в смысле? Где мои 18 фаерболов? Что происходит вообще? Странный меч реально, но выглядит он реально очень мощно. Прям максимально мощно. Это пока что лучший меч, наверное, который я видел. Причем он убивает с одного удара. А что тут очень похоже на дверь? Нифига себе! Леня, иди на голос. Леня, я здесь, Леня. Ты что? Леня, ты что? Ты дурак? Ну, это понятно, что я спрашиваю. Ты что ты за... Понял, почему ты закрываешь. Бежим, валим отсюда. Да ладно, Лень, у нас же мечи классные есть. Сейчас мы с ним разберемся. Какой ты большой. Так, я тебе сейчас, короче, подождите. Давайте посмотрим.
Как ты это делаешь? Да ладно, вот они, где 18 фаерболов. Так, подожди, у меня Майнкрафт залагал, Леня, все, останавливаемся, стоп. Так, ребята, сорян за лаги, это было непредвидено, Леонид. Во, вот это меч самый мощный. Изи, просто изи, размотал. А что, мне из него что-то выпало, а как я из этого крафтить буду? Спасибо за верстак, Лень. А еще этот меч, смотрите, какой огромный. Так, ладно, будем наугад. Вот так не работает. Вот так тоже не работает. Вот так может. А может так? Или так? Или так? Или так? А вот так? Ленечка, а что ты бегаешь так, как будто ничего не случилось? То есть ты мне эту штуку стоять... То есть ты мне ее не скинул, и я из-за этого скрафтить не мог. Давай-ка мне ее сюда срочно. Вы представляете, эта шоколадная жопа зажала вот эту штуку. Смотрите, что сейчас должно получиться. Выставляем так, так, вот так и вот так. Посмотрите, что здесь получается. Просто коса смерти. Вау! Она ж такая огромная. Ленечка, сорян, но я тебя вижу, если что, вдруг. Ты дурак, ты что прикидываешься? Я тебя вижу, Лень. Да ладно, стойка подпрыгнула. Мне срочно нужно наверх. Ну что же, сейчас начнется тестирование. Сорян, паука-свинья, но... С одного удара просто, я не знаю... Леня, ты их зря... Ты что наделал, Леня? Ты что, дурак, что ли? Я же... Это же не меч всемогущий. Вот дурак. Лёнь, а это, куда они делись все? Лёнь, а чё это, а куда они все делись? Не понял, они же только что тут были. Нам нужно эти мечи уже отдать барыге. Ну-ка, я хочу протестировать вот чё. О, блин, реально 18 фаерболов. Правда, лагать начинает. Ты чё, сдурел, что ли, Лёнь? Так это, скелетоны-то где, Лёнь? Деревянный меч? Я правильно все понял. Все, не бей меня, пожалуйста. Ну чё, принесли? Да принесли. Вот, все мечи у нас, вот, забирай. А, молодцы какие. Ладно, вот вам еще один меч. Зацените, насколько он крутой. Вам нужно его протестировать. Нади, держите. Спасибо. А чё, потом-то мы можем идти? Да, только тут коробка закрыта, поэтому нет. В смысле? А чё этот меч-то делает? Не... Да ладно. Ага, прикол. Летать можно. Нифига себе, да ладно. А убивать тоже с первого удара. Это просто мощь какая-то. Пацаны, привет. Ну, простите, пожалуйста, я должен тестировать эти мечи. Реально, просто зажимаешь правую кнопку мыши и начинаешь очень много и быстро летать. Это просто пушка. А разбиться можно? Можно. И если вам этот ролик понравился, я надеюсь, что вы поставите прямо сейчас свой лайк. И если вы хотите продолжение, потому что мечей еще очень много всяких разных. Так что будет много лайков, будет вам продолжение. А прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы это продолжение не пропустить. Вот тут кнопка, нажимайте на нее скорее. Увидимся в следующем ролике. Пока.